как понять какого-нибудь высокопоставленного негодяя, который ради частной наживы толкает свой народ к войне? Виталий Мефодьевич Соломин, знаменитый актер, прославившийся ролью доктора Ватсона в телесериале про Шерлока Холмса. В его кинобиографии были и другие блистательные роли, но именно эта работа больше всего запомнилась и полюбилась советским зрителям. Среди других значимых успехов Соломина можно назвать фильмы «Зимняя вишня», «Сильва», «Летучая мышь». Кроме работы в кино, он много сил отдавал театру, он блистал на подмостках Малого театра. Виталий Соломин скончался 27 мая 2002 года на 61-м году жизни из-за кровоизлияния в мозг, похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. На могиле актера установлен памятник из черного гранита в виде Голгофы с православным шестиконечным крестом. Надгробие, расположенное на небольшой подставке, украшено бронзовым барельефом, ниже объемными буквами выложены имя и годы жизни. Памятник дополнен открытым гранитным цветником черного цвета. Участок захоронения обнесен металлической оградой, для благоустройства площадка внутри выложена белым гравием.